Приветствую. Екатерина Снетко. Начало декабря. У нас еще сравнительно тепло. И, как обещала, показываю садовый вар. Выглядит вот так. Для чего он нужен? Я обрезала вот эти ветки винограда для того, чтобы привить весной. Как прививать, Николай Петрович показал в фильме. Покажет еще раз весной. А я покажу, как пользоваться садовым варом. Необходимо его немножко размять и вот так замазать. Но срез должен быть совсем-совсем сухой. Также садовым варом замазываются и трещины на срезах ветвей, довольно больших. Тонких, конечно, нет смысла замазывать. Вот так помечено, что будет прививка. Вот такие выемки, конечно, садовым варом не замажешь, уйдет все, что я приобрела, но такое можно обработать и монтажной пеной, но необходимо вначале убрать всю гниль, если она есть, потом медным купоросом раствором пройтись и потом пеной заделать, и лишнее потом необходимо будет срезать. А вот такие трещинки, видите, обработала. И сейчас покажу еще свежие срезы, тоже надо обработать. Вот это свежий срез. И, конечно, хорошо его надо замазать. Лучше, конечно, делать при более теплой погоде. И так обработаю все свежие срезы.